Змея ползет. Такая здоровая змея поползла. Тут снимай. Сейчас я ее попробую. А что, уже снимает? Да, да, держи. Такая змея была. Ну ты ее не вдруг гадюку укусишь еще не было. Это не гадюка была. А что? А ты не знаешь, что змея была. Красный цвет. Ну там ее нет. Там уж не найдешь. Там дальше посмотрим. Башка была красного цвета, оранжевого такого. Ну, Андрюх, она уж уползла. Я тебе клянусь. Хрен с ним. Еще одна старинная церковь. Сейчас зайдем вовнутрь обязательно. Только что я видел змею. Она была длиной около метра с оранжевой башкой. Это, конечно, не уж был, а оранжевая башка и какой-то красноватый хвост был. Ящерица тут бегает. Смотрите, какая ящерица бегает. Вот, вот. Ящериц полно. Они все бегут наверх. Еще тут могут водиться змеи. Ядовитые. Сейчас зайдем в саму церковь, посмотрим, что в церкви. Книги лежат. Если бы это все было в России, то все бы разворовали вместе с сиденьями, вместе с камнями и вместе с кирпичами. В Армянской апостольской церкви Христос распят на трех гвоздях, а не на четырех, в отличие от православных храмов. Все открыто, никто не думает сюда залезть, своровать или чего-то натворить здесь.